Я студент, но это да, это. Тоже студент, но, блин, дошики. Я понимаю, это, конечно, вкусно, но, блин, береги свое здоровье, пожалуйста. Пипец. Что еще сказать? Легко сказать. Ну, понятное дело, легко сказать. Ну, ты там макароны хоть покупай себе. Да, с родителями. Понятное дело. Маленькая еще пока. Для того, чтобы переезжать, и денег у меня как раз-таки тоже нету. У меня все по кайфу. Кушаю, что хочу. Конечно, умею, я же на кондитера пошла, ты что? Дого. Легко. Лови, буду макароны тебе варить. Синнабон. Вот. Только... Так, конечно, это да, это пипец. Дорогой мой. Только макароны тебе буду варить. Макароны я умею. Такие, как у меня, ты еще не пробовал. Нет, попозже. Вон. Нет, тогда ладно. Тогда я не умею ничего выходу. Ахер, я на кондитера пошла вообще нормально, где ты даже не умею пасту сделать или вот эту вот лазанью. Пизда-да. Будешь учить, короче. Да, понятное дело. Ну, все что-то ее не любят, потому что говорят, что типа только троечники могли поступить в поварское, короче, потому что только туда и возьмут. Открой свою кофейню, пусть. Конечно, конечно, открою, господи, я позову, конечно, еще. Я, короче, ну, там, тренировки каждый день у меня. Так что все нормально, держу себя в форме. Сейчас посмотрю, сколько на этом. Я беру и слушаю музыку. В инстаграмчике сижу, в ТикТоке. Йога. Йога это, конечно, классно. Но я думаю, что не буду йогой заниматься. Я там типа всякие тренировки на ноги, на пресс, на все группы мышц решила сделать. Там есть одна тетенька, которая типа теперь спустя 4 месяца сами. Я просто смотрю тетеньку типа пресс за 2 недели, пока мне ничего не получается. Ну, такой себе. Только что во сколько вот? Сейчас сколько времени? Ну нет, где-то час назад. Готовила себе все на блин, фитоняша какая, молодец, да? Люблю покушать ночью, короче. Не лень до зеркала идти. Еще и в одной футболке. Ну, она длинная, правда, просто мне хочется просто. О, понимаю. Чё, дошик? На дошиках. Ну, это да.
Мне уже надо ложиться спать, потому что в 6 утра мне вставать благополучно в колледж и идти нафиг в 6, потому что, короче, мне ехать до колледжа 1,5 часа, вот, нужно встать, голову помыть, потом покушать, успеть и накраситься, понятное дело. У меня это занимает где-то, ну, 1,5 часа, может, 40 минут. А еще мне нужно быть там 8:45. Ну, блин, прикольно, у меня все время... Как это говорили? По-умному как-то. По-умному говорили, что я не помню. Блин, вот классно. Рисовать с натурой по зуму. Я, которая... Что я даже... Что я не... Я умею рисовать. Я не умею ничего рисовать. О-о-о. Блин, классно он там должен быть мальчиком особенно. Обнажённая натура, это вообще хорошо. Кого же? Не буду гадать. Неплохо. Хорошо даже. А что тебе не нравится? Скажи, пожалуйста. Ой, капец. Ну, короче, я жду к тебе. Ты же ведешь трансляции, надеюсь. Я не делаю ничего такого. Вот, ты будешь вести трансляции для меня, будешь показывать, как делать пасту, как рисовать, как угодно. Вот, я уже не знаю, что говорить. Завтра заходи. Хорошо, во сколько, скажи. Только у меня завтра танцы, наверное, блин. Я вот на танцы не хожу по вторникам, не хожу и по четвергам. Может, в четверг все-таки. Я свободна. Вообще, у меня не свободна завтра, может. В четверг я свободна, если что. Ну, если ты не занят. Четверг я свободна. 5 часов, наверное. Пока дома приеду. Пока там дела. Ты будешь свободен в четверг? Понятно. Буду готовить пасту рисовать. Как мило. С твоей стороны. О, господи. Я обязательно приду, не парься. 5 часов. Ну, нет, не в 5, вот в 6. Ну, короче, придумаю. Приготовь мне пасту и привези ее. На беговую. Сюда вот, приезжай. Ок, пришла дроном. Сейчас вот тут вот. Посмотрим. Мне, если что, лень идти до этого, до зеркала, показывать себя. Я не знаю, что делать еще.
один зритель остался. Слава Богу. Не знаю, как тебя назвать. Да, думаю, уже нету смысла вести трансляцию, потому что ты тут один. Или одна. А, нет, вот еще. Ильяс. Привет, Ильяс. Ты второй зритель. Что, что, серьезно, что ли? Иван Шторм. Приветики. У меня все хорошо, все отлично. Было бы побольше зрителей, было бы все еще лучше. Ну, ничего страшного. Два тоже хорошо. Рад за меня. Спасибо. Ой, пригласил читателей. Как приятно, Господи. Типа, как дела? Как жизнь вообще? Рассказывай. Ну и хорошо. Ну и отлично. Рада за тебя. Я тут всем показывала мою тему. С принцессками. Так они какие-то понятные, не очень красивые. Но они прикольные. Правда, правда прикольные. В смысле, где голос? Он тут. Ну, если его нет, то печально очень. Потому что... За наушниками мне идти лень, потому что они далеко. Вот. Привет. Не молчу, ладно, не буду. Если будете спрашивать о чем-нибудь, то я не буду молчать. Еще раз.